3 часа утра. Все собираются на мероприятие с учетом памяти. Воспоминания начала Великой Отечественной войны. Верломное, лицемерное нападение Гитлера. И начало миллионных жертв, невинно погибших. День памяти наших дедов и прадедов, которые положат души за други свои. Величием их подвига. 83 года назад жизнь нашей страны изменилась. Миллионы семей узнали страшное слово «война». Она хранится в сердцах целых поколений, родных и близких нашей земли. Митинг закончился, посвященный 83-й годовщине. А на сердце все равно любовь к тем, которые не пожалел свои души за други свои. Во мирное небо над головой доброго здоровья храни Господь.